Сегодня в Петрозаводске 12 детских садов, 3 школы, 27-я, 38-я и 40-й лицей, а также автотранспортный техникум получили сообщение о минировании. Об этом сообщила пресс-служба Карельского министерства образования и спорта. Руководители учреждений оперативно, в соответствии с инструкцией, обеспечили безопасность детей, в первую очередь, и сотрудников. Затем на объекты выехали кинологи, правоохранительные органы. Сейчас проверяют каждое сообщение. Министерство вместе с администрацией Петрозаводска, как с учредителем, да, учреждений, вместе контролирует эту ситуацию, и мы оказываем всю необходимую помощь. Кинологи обследовали учебные заведения, опасные предметы не обнаружены.